Спонсор показа — онлайн-магазин игр steampay.com. Здесь вы сможете приобрести лицензионный Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и многие другие игры по самым привлекательным ценам. Все ссылки в описании. Так, ты сейчас пересаживайся на место водителя, давай. Так. Телефон грёбаный! Запрыгивай, запрыгивай! Меня не сбили нахер! Запрыгнул, запрыгнул! Да. Так, ты в машине? Да, я в машине, давай, выпрыгнул. Я выпрыгнул. И что? И опять запрыгнул. Все. Так, и что? Смотри, теперь? Ты что будешь? Ты за поездом едешь? Да, я еду за поездом. Езжай за поездом, смотри, смотри, сейчас будет. Я подкинул, ё-моё. Я видел. Смотри, я вон вижу тебя. Где? Вот он, ты едешь. Смотри. А ты где? Ай! Че, ты сверху что ли? Смотри, вот он я. Что ты сделал? Быстрее, довези меня до поезда. Быстрее, сочись. Погнали, погнали. Черт. Че за катафалки гонять? Че за крепость? Догони быстрее. Да Владислав, блин, у тапка кусок. Че ездить не умеешь? Гони. Ты гонишь. Да гони, гони. Быстрее, ты должен догнать его. Там до виадука ты должен догнать его. Еще. Все, стой. Все, давай запрыгивай. Ну. Меня поездом ушатало, твою мать! Чё? Мы же переехали нахрен! Запрыгивай, запрыгивай ко мне, запрыгивай! Пусть меня матюха довезет. Ты где ты? Как вот ты залезу это... вопрос? Поехали! Залез! Гребаная как-то. Давай, быстрее, гони, гони! Успей, пожалуйста, там должно быть место. Вот до с этой стороны гони. Еще. Все, есть ништяк. Теперь смотри. Ты сел? Да, езжай за поездом. А где ты? Ты какой? Ты в какой? Да вообще, езжай за поездом, ты меня потом увидишь. Подожди, а ты в какой из этих? Я в оранжевом вагоне сижу. Вот, езжай за последним вагоном. Только не запрыгивай в поезд, не запрыгивай, езжай за поездом. Окей, еду за последним вагоном. Вот он последний. Только меня не переедь, пожалуйста. Чё это за дерьмо? А я тебе говорю, смотри, такой быдлан крупник на картонах. Слышь, чё, А чё за хрень? Вот так вот. Мастер левитации. Ты поднимаешься? Да. Езжай за мной давай. Там все дальше вообще будет круто. Еду. Только бы не в столб врезаться. Бля! Меня пизду. Давай, поехали обратно за поездом. Теперь езжай за поездом. Охренеть, тут истребители уже, смотри, гоняют за нами. Вообще вакханалия. Так, все. Все, я еду за поездом, Давай. В общем, за последним вагоном еду, да? Тут все пытаются запрыгнуть на поезд, такой беспредел происходит. Твою мать! Поезд залокал! Чего? Ты не поверишь, где я? Я в крытом вагоне, короче. Охренеть! Как? Я в крытом вагоне, который вот этот обычно крытый, вот платформа и крытый, я в нем сейчас. Если я выйти не могу. А, могу. Ништяк. Так все, вылез, давай, что ты? Да, там поезд лаганул. Так я за последний. Поезд трещится, лагал! А что поезд так лагает? Какого хрена с ним происходит? Так, давай, я еду за последним вагоном. Ты давай, где? Давай, езжай, главное, чтобы меня не задавили. Я уже опять пополз, полез, поскребся. Вот он я. Где ты? Супербак. Где? Я вот. У меня сейчас дом шатает, по-моему. Блин, неправильное место, ну ладно. Ты обогнал меня, стой! Я тебя не обгонял. Вернись обратно, я в доме застрял. Ты где? Вот он, я застрял. Давай. Вот он. Хрена ты! Ай, бля! Залезай быстрее! Все не так. Все мне снег пытаются, поехали, быстрее! Я гони как могу. Ты плохо гонишь! В смысле? Вон он, поезд, давай.
Зря ты с той стороны, наверное, поехал. Ай! Ай! О, блин, все лагает. Все, тормози. Давай, 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 я в тебе верю. Ай! Да какого дома? Ты не умер, ты не умер. Твою мать! Вставай, вставай! Ай, да ты что делаешь? Быстрее, быстрее! Сука, давай быстрее! Ой, у тебя последняя попытка. Все, тормоза, тормоза, тормоза! Перед горой. Давай, делай, делай, делай! Есть! Залез, залез, есть! И, давай, ну, езжай, езжай! Черт, черт! Посмотри на дорогу, на дорогу посмотри! Посмотри, посмотри на дорогу! Чё с ним? Чё с ним? Что с грузовиком, твою мать? Посмотри, чё, чё за грузовик? Чё с ним такое? А чё с ним такое? Реально? Ты видел это? Я ж упал! Какого хрена? Я прямо аж за грузовиком посмотрю! Там фура ехала! Так, да... Чё, ты где? Давай! Я в грузовике в красном. Ты меня пополз? Я в грузовике везу. А чё с фурой там было? Чё, а где грузовик тот лагающий? Я не знаю, он исчез. Вот он у меня назад! Ух, чё! Он опять лагает? Он ты опять где? Лагает? Да всё у меня лагает. Так, я еду вперёд за вами. Да-да-да, езжай, езжай. Чувак! Охренеть, тут вакханалия происходит. Тут вполне себе беспредел. Ребята, если вы это видео смотрите... Чё? Чё? Обгоняй давай этот шивый поезд. Калдор, да подбери меня. Давай, давай, слезай, слезай. Ау, давай, я слез. Ты где? Забери меня нахрен. Бесит. Ух, что это было? Что это было? Что это было? Что это было? Чуть под раздачей попал. Ты жив? Я жив, ты где? Я сдох, меня убило. Я, короче, под виадуком. Черт. Готовься. Так, я готовлюсь. О! Саня, нужна твоя помощь. Да. Я сдох, быстрей. Все платформы, прикинь. Все платформы, забирай меня. Все платформы, забирай а меня скорее, а увози меня за 100 морей. Давай, давай, давай. Ты к поезду надо. Все платформы. А ты где? Ты где? Я спускаюсь, вот стой, чуть назад, я бегу. Я сзади, вот он я. Вот он я, бегу, мой милый. Давай, беги, беги, быстрей. Бегу, бегу. Поехали. Быстрей. Я еду как могу. Вон он, паскуда, едет, мы догоним тебя. В кусты не заезжай! Чисто все платформы. Что? Машина так... Ты сейчас вообще... Чёрт! Ну давай быстрее переворачивайся. Что? Да переворачивайся. Ну тебя нахер. Переворачивайся, пока мы поехали. Я выполз из-под машины. Ай! Ай! Спрыгивай, все перевернулся, давай. Бля! Да поехали уже, куда они? Что ж вы такие-то? И быстрее, чисто все платформы. Это шансы... Все, вот он, вот он. Вот оно, как раз то место, здесь надо запрыгивать. Дальше там, блин, ты так едешь страшно, ты чисто валишь боком. Валишь боком. Валим боком. На нас такие смотрят, вот такие эти. Козлы. Да что ты делаешь, обгоняй его. Давай гони! Да! Ты что, блин? Да езжай давай! Что ты делаешь? Лагает все! Давай! Да что ты такой кривой? У нас еще много времени тут! Когда во все врезаешься! Давай! Все, я запрыгнул! Запрыгнул! Давай, давай! Есть! Я это сделал! Допрыгнул? Опять поезд лагает, слышь, что за фигня? Так, давай, я смотрю. Езжай пока, если мы до гор подъедем. Вырвемся с того порочного места. А я вижу, как ты едешь. Эй, привет! Привет, а я вижу, как ты едешь. Не делай этого. Я вверх его выкинул.
какого хрена лагает поезд? Мне это интересно. Нифига он не лагает, не надо говорить. Лагает он этот паскуда. Ты куда там сел? Присел. Смотри, сейчас опять будет. Езжай за поездом сзади. Да-да-да, сзади. Так что не совсем. О, я опять в платформе. Вот это поворот. Неждан, ну, негадан. Ну и где ты? Я сейчас еду. Я за поезд зацепился. В смысле, ты где есть? Я сзади поезда, я зацепился за него, походу. Да, давай, короче, сейчас увидишь меня. Так, через все, две, ты... одну, давай! Все? Опять залагало. Да блин, что такое? Привет! Поехали! Чё, так, а где наш обещанный истребитель посаженный? Не знаю, чувак обещал последний истребитель. Нет, ты специально, походу, это... Давай на крышу разбрыкивай. Чего с ним? Обгоняй поезд. Обгоняй поезд. Ты самый конченый водитель за всю историю. Ты сказал обгоняй поезд, а тут уже все, мост, блин. Полиция еще тут подключилась. Блин, тут негде обгонять поезд, ты понимаешь? Все очень плохо. Так, давай на крышу запрыгивай и с крыши с поезда. Ты можешь так? Как я запрыгнул туда? О, да, гони. Красава. Там машины валяются уже. Все, стой. Давай. Ну, давай. Охренеть. Спрыгнул, да. Чё? Чё такое? Ты в воздухе висел. Да? Да. Сейчас я буду висеть в воздухе, смотри. Ты сзади едешь, давай. Так, я сзади еду, давай. Ну? Есть. Пополз? Все, пошло дело, только не задави меня. Вот, видишь, ты ползешь. Как это выглядит с твоей стороны, слышишь? Нет, я вижу, как ты знаешь, как ты... Вообще, ты стоишь, но ты двигаешься. А ты видишь меня? Да, вон там менты, вот тут камушки лежат, все хорошо. Давай, взлетай, ты пока по земле ползи. Окей, взлетаю. Я полетел! Ты пополз по скале! Я по скале пополз! Ты по скале пополз! Я тебя вижу, вон ты едешь по мосту! Ты ох, ни хуху! Что такое? Какого хрена ты в воздухе висишь? А мне нормально, а мне удобно! Пака нам баван в GTA! Так, ты где там? Ты не видишь меня? Ты видишь меня? Я вижу тебя, как ты левитируешь. Да, чувак на вертолете сзади летит. Меня чувак порежет нахрен вертухами. Не, фу, нормально все. Не порезал? Хорошо, в пассивке. Он из пассивки выходит. Он сейчас специально задавит, чувак. Он за мной летит, пошел вон. Он рядом со мной летит и смотрит на меня. А ты можешь на машину приземлиться? Да, упасть, к примеру. Давай. Ой, чёрт. Так, что-то куда-то меня повело меня в сторону куда-то. Ой. Ну не надо, ну что это? Ты чё по горам ползёшь? По горам ползаю. И ты за мной такой едешь. О, привет. Всё в порядке, сэр? С вами всё в порядке? Да, сир, проблемы. Поехали, короче, новый поезд. Опа, чё залагал-то? Что? Самолет! Где? Что? Наверху, посмотри! За поезд на походы! Титан, что ли? Да, Титан. Так, ладно, все, летим. Ой, едем назад, да? Обратно, да. Так, давай, едь за поездом. Я ж не ты, я его обгоню. Свали с дороги, падла! Обгонит он, конечно, по мосту. Вали с дороги! О, вот тут об... Да чёрт! Ой, криворукий! Слышь, а ты криворукий! Я хоть с первого раза залетел. Давай дальше обгоняй. Дальше. Всё, когда мост закончится, тормози тут. Выходи нахрен с тачки! Выходи!
Быстрее, поезд едет! Все, я залез. Чувак, залез? Вертолет посадил на поезд! Практически! Охренеть! Твою мать, только не на меня! Черт, я не залез, подожди. Там Зенторна! Да, там Зенторна. Ой, все, больше нет моей Зенторна. Она улетянет есть. Вообще-то вот твоя Зенторна. Давай, садись, ждем тебя на поезде. Давай, я еду. Тут такая движуха нездоровая на этом поезде. И чувак на вертолете попасть не может. А что за... А второй вертолет... А, это полицейский, походу, да? Что? Это ты кидаешь коктейль Молотова? Да, я вертолет пытаюсь попасть. Чуть в меня не попал. Серьезно? Да. Есть! Попали в вертушку коктейлем. Да я подожди. Я умер. Черт. Ты умер? А поезд? Давай догоняй. Тачка там, мы тебя с нашей братвой, со всеми типами ждем тебя. Чуваки, если вы смотрите эту серию, вы сделали эту серию нереально прикольной. Продолжайте в том же духе. Полицейская машина не прет. Все, вот и вертолета больше нет. Вы что, вертолет, падал, сожгли? Нет, он убился. Будем ехать? А ты где? Я сзади поезда, мне не на чем ехать. Ой-ой! Я что чуть... Ты... Нет, я больше так... Охренеть, это было опасно и страшно. Лайк за то, что сейчас только что вылез. Так, я залез, давай. Сейчас отъедем, подожди подальше. Короче, садись в угол. Сел так, в угол. Вот как? Вот возле вот меня вот? Садись. Так, где ты? Я возле локомотива в первом вагоне. Садись так. В угол. Ну просто сядь на R1 и все. Так он не сидит у меня. А вот так вот, да? Да. Заходи на сенсорную сенсорную панель, зажимай, зажал. Да. Видишь, включить пассивный режим, включай пассивный. Твою мать! Чё это было? Чё это было? Так, все, отключаем пассивный режим. Хорошо, я успел пассивный режим включить. Да. Мне вертолет мешает. Все, включил пассивный режим. Спасибо за просмотр, с вами был Квантум. Не забывайте подписываться на мою страницу и группу ВКонтакте. Там вы найдете очень много интересных новостей. Ссылка на меня и на группу в описании. Также я буду благодарен, если вы посмотрите несколько моих забавных видео.